открыто у нас, да. Закрасили? Закрасила. Давайте толкните кто-нибудь, мужчины. Я вам разрешаю. Главный спасатель Иркутской области Валентин Нелюбов своей мужественной рукой откроет любую дверь, кто бы сомневался. А вот учительница или ребенок могут не справиться. Запасной выход должен быть свободным. Руководитель регионального МЧС вместе с министром образования при Ангаре Валентиной Перегудовой ведет приемку школы в поселке Пивовариха. Смотрят, подсвечиваются ли надписи «Выход», есть ли планы эвакуации, исправны ли огнетушители и пожарные кнопки. Да, все это работает, это проверялось инспектором. Кабинет химии – потенциально пожароопасное место. Здесь все в порядке. Есть вытяжка, воспламеняющие реактивы хранятся в сейфах. В случае возгорания сигнал поступит в центральный пункт пожарной связи Иркутска. Как сообщил Валентин Нелюбов, накануне 1 сентября подчиненные проверили все школы при Ангаре. В 37 были замечания по поводу эвакуационных выходов и состояния, а также размещения огнетушителей. Потому что дети – это такое состояние, что им нужно попробовать, как работает огнетушитель. Вот, зачастую испытывают их, как они работают. Вот, разматывают пожарные рукава в пожарных кранах. Вот, поэтому действия тоже такие – поднять повыше, закрыть покрепче. Вот с этим приходится бороться и очень сильно. В Пивоварихинской школе к началу учебного года был сделан косметический ремонт. В порядок привели спортзал. Для столовой и пищеблока были приобретены сушилки и дозаторы для умывания. Новое жарочное оборудование. В классах перестелили полы, закуплены шкафы. Ребята, для них сделаны ячейки. Вот здесь сделаны ячейки. Видите, сменную обувь они всю сюда, спортивную. Ну а здесь вешалка для того, чтобы повесить одежду. Это все будет закрыто, не будет нам мешать. Это будет очень удобно. По заключении комиссии, школа в Пивоварихе готова принять детей. То же самое было сказано про 99% образовательных учреждений региона. В остальных ремонт еще идет. Как сообщила министр образования Валентина Перегудова, в этом году в Иркутской области откроются 1962 школы. За парты сядут 305 тысяч детей. На 12 тысяч больше, чем в прошлом году. Проблема существует с переполненностью школ. Но, тем не менее, места хватает всем. Мы всех ребятишек взяли, если вы имеете в виду первоклассников. И у нас придут порядка 37 тысяч детей, сядут за парты в первые классы. И я думаю, что им будет удобно учиться, ну, даже если это немножко будет переполненные классы, в тесноте, не в обиде. Сейчас в регионе строится 6 школ в поселках Усть-Уда, Новочунка, Целинные земли, Мамакан, в Заларях и в Иркутске. Когда они будут сданы, это позволит отказаться от третьей смены и снизить нагрузку на вторую. То я нанимаю Александр Барановский. Новости сейчас.